Хочу показать вам, как работает защелка SL-135B. Это накладная защелка для, в общем, для легких дверей. С обратной стороны нужно открутить два винтика. С помощью шлифа подключить питание. Мне самому понравилось, как организован выход на защелке проводов. Такая резиновая заглушка, которая может переставляться или вот с этой стороны отверстия, или с этой. Для удобства при монтаже. Давайте продемонстрирую, как вигель. Здесь вот джампер, который позволяет, если его снять, будет минимальная задержка 0 секунд. А сейчас задержка 3 секунды стоит после подключения питания. Сюда с помощью шлейфа подключается питание. Питание подается плюс и минус постоянно. На коричневый и красный провод. Ответная часть. Через 3 секунды замок закроется. Чтобы замок открыть, нужно зеленый провод замкнуть на коричневый. Ну, нам не видно, но замок открылся. Давайте покажу. Сейчас. Оп. Просто было граничное положение. Замок закрылся. Подаем зеленый провод на коричневый. Замок открылся. Соответственно, можно подключить напрямую к видеодомофону и открывать замок с него. Как вы обратили внимание, если мы подали напряжение и дверь не открыли, то она закроется автоматически. Здесь есть еще дополнительные провода. Желтый, синий и фиолетовый. У меня есть пищалка. Сейчас продемонстрирую, зачем они нужны. Это просто контакты. Пищалка, замыкаю провода, контакты, она пищит. На синий и, допустим, на желтый. Когда ответная часть рядом с замком, он не пищит. Когда мы убираем ответную часть, он, по идее, должен пищать. Может, я перепутал что-то? Не понял. Возьмем инструкцию, посмотрим. Голубой, ну, допустим, синий. Хорошо, голубой. А теперь попробуем желтый. Желтый, в общем-то, не работает. Вот такая защелочка сока.